Федеральный проект на территории Ульяновской области реализуется под непосредственным контролем губернатора Сергея Морозова. Глава региона стал инициатором проведения анкетирования среди жителей. С 15 января во всех районах Димитровграда работала 21 площадка для голосования. Каждый житель города, неравнодушный к судьбе Димитровграда, мог внести свое предложение по обустройству конкретной территории. Старый город можно чуть-чуть подустроить. И, конечно, вот Олимп тоже вот все-таки... Дальний участок города, и все равно вот надо развивать вот это. Тут мало чего еще построили. 1 февраля состоялась выемка анкет из урн, установленных в образовательных учреждениях и торговых точках. По результатам тех первых выемок, которые мы осуществили, у нас как бы образовались явные два лидера. Это аллея учителей и дубовая роща. Видим, что горожане действительно интересен этот вопрос. Интересно, каким будет их общественная территория, прилегающая, что хотят они увидеть. Анкеты предстоит разобрать в специальной общественной комиссии. Затем будут подсчитаны голоса и определены территории, набравшие наибольшее количество голосов. Окончательное голосование по тем проектам, которые получат финансирование и будут благоустроены, состоится 18 марта. Напомним, в этом году на реализацию федеральной программы формирования комфортной городской среды в Ульяновской области планируется направить порядка 400 миллионов рублей. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.